Все. Еще один проводчик. Я буду дома. Все буду спать. А кто меня встретил? Привет. Слава богу, зайчик приехал. Все, мы никуда тебя не отпускаем больше. Как? Я завтра в Тюмень улетаю. Меня зайчик мой встретил, везет меня. Понимаете, я только прилетела в Москву. Можно тебя показывать, Антош? О, да, без проблем. Вот кто тут со мной? Дела, дела, дела. Нам надо что-то обсудить? Я в Москве. Я только заехала домой в душ и уже еду на работу. В Москве ровно один день. Завтра у меня концерт и улетаю в Тюмень.